Друзья, всем привет на Северном Кипре. Мы сегодня находимся в районе Искеле. Это пляж Long Beach, всеми знаменитый пляж. Смотрите, даже люди уже купаться начали, уже весна пришла, не весна, а даже лето на Северном Кипре наконец-то наступило. Ну, ждем вас в гости. И сегодня у нас есть очень интересный проект. Он в какой-то мере уникальный, в какой-то мере стандартный, но в любом случае он интересен, я думаю, будет многим. Он сейчас находится в стройке, но недалеко от нас, то есть, в принципе, от нас метров 300 этот проект находится. Сейчас потихоньку давайте пройдем и покажем вам расстояние примерно от пляжа Long Beach, как бы к самому комплексу, к самому дому. Вот мы вышли с пешеходного перехода, рядом здесь маркет. Чуть дальше есть еще один маркет, а дальше есть еще аптека. Мясной магазин, то есть как бы... Сейчас мы находимся на самой, в принципе, как бы стройке. Там можно видеть сзади нас первый дом, и там чуть дальше второй дом также строится. Это застройщик, это довольно такая старая местная компания, которая, в принципе, на такой рынок вышла совсем недавно. Они строили... Государственные объекты, скажем так, строили, да, все они строили больницы, школы, то есть компания, которая уже годами себя зарекомендовала как реально хороший, надежный застройщик, который строит качественные и крепкие дома. Почему можем его как бы и рекомендовать в этом всем? Эти дома будут по 6 этажей, 16 квартир, то есть, соответственно, 4 квартиры на каждом этаже. И старт продаж цена начинается от 87 тысяч 900 фунтов. За апартаменты 85 квадратных метров. Это апартаменты с двумя спальнями, то есть 2 плюс 1 по местным названиям. За моей спиной второй блок. Хочется поговорить именно по поводу особенностей. Это, наверное, честно скажу, это, наверное, самое уникальное на сегодняшний день здание в том, что у каждой квартиры, услышите внимательно, у каждой квартиры на каждом балконе будет своя барбекю-зона. Это будет отдельная именно барбекю-зона, барбекю-система, так скажем, да, то есть... Чем это отличается от стандартных вещей, тех, которые мы видим, может быть, в других объектах? То, что здесь, в центре самого здания, будет отдельная вентиляционная шахта идти для каждой барбекю-системы, так сказать, да? То есть, если вы жарите мясо, вы не мешаете ни соседу, никому. И этот весь дым, весь этот запах, он уходит вверх, то есть поднимается по вентиляции. Такого еще здесь не было никогда. На Кипре это реально, это первый объект, за 7 лет я такого еще ни разу не видел, поэтому, как бы, еще плюс рекомендация к этому. И... Как я уже и сказал, компания старая, компания очень классно строит, у них очень хорошее реально качество материалов, качество стройки. Оно занимает немножко времени, да, то есть первый этот блок, он будет готов где-то 8 месяцев примерно, ну, как бы, сами понимаете, мы еще не можем быть точно сейчас. Второй блок где-то полтора года, ну, в любом случае, это не так уж много. Еще хотелось бы добавить то, что, в принципе, изюминка этого проекта в том, что, во-первых, у них реально красивый дизайн дома, интерьера, самого внешнего вида, то есть, ну, такой... Красиво смотрится, это лично мое мнение, опять же, мое. Во-вторых, будет паркинг под домом, то есть, как бы, парковочные места снаружи тоже будут, но их не будет так много, но под самим домом можно будет спокойно парковать свой автомобиль, если он, конечно, вам нужен будет, и если он у вас будет, соответственно. Но, в любом случае, это есть. Также очень-очень большой плюс этого расположения самих домов, то, что 300 метров до пляжа Long Beach, это на сегодняшний день один из самых популярных пляжей по всему Северному Кипру, не включая пляж Карпаза, но это далеко. А этот вот совсем прямо вот близко. Это как, грубо как Майами второй, что ли, я не знаю. Ну, на сегодняшний день это самый популярный пляж, один из самых популярных пляжей на всем Северном Кипре. Вот там прямо наш строящийся дом, их два. И это, в принципе, вторая часть инфраструктуры, которая ближе всего, это метров 30-50 метров до него. Здесь у нас футбольное и волейбольное поле совмещенное. Дальше есть небольшая, но детская площадка. Вот она, детская площадка здесь. Там у нас небольшая закрытая барбекю-зона. И чуть дальше, как вы можете видеть, там у нас уличные тренажеры. Также хочется подвести итоги данного видеоролика, скажем так, да. Эти два дома, они будут, мне кажется, как по мне, интересно всем. Эти дома подходят как и для
постоянное место жительства, так и для аренды. То есть и то, и другое, оно совмещается в этих домах. То есть, да, вы можете приехать на это отдыхать, сдавать свою квартиру в аренду. Вот тут пляж, 350 метров до моря, как бы это совсем близко. Есть и магазин, и аптека, и мясник. Это, в принципе, пешей доступности. Не нужно искать машину, куда-то добираться, ездить и так далее. То есть вокруг вас жилые комплексы, если сильно скучно, можно пойти куда-то погулять, сходить в ресторан, другой, третий и так далее. То есть, ну, как бы вот все, что надо, есть здесь, в этом месте. Здесь самое-самое минимальное обслуживание, это будет где-то 150-200 турецких лир. Так как у самого дома нету ни бассейна, ничего такого нету, поэтому такое обслуживание дешевое. То есть это будет вывоз мусора, уборка там подъездов, территории, скажем так, и все. То есть как бы вот в этом как бы еще один плюс этого всего. И плюс цена, соответственно, тоже. Это довольно-таки неплохая цена для данного проекта, для данного дома, для данного качества. Также мы организовываем бесплатные ознакомительные туры для наших клиентов. Если вам интересно этот объект, либо другой объект, либо вы еще не определились, пишите нам личку, в директ. Мы ответим на ваши вопросы, мы делаем ознакомительные туры. Приезжайте, если же вы еще не определились по поводу тура, вы не хотите, там, не знаю, ехать, хотите просто отдохнуть, мы также занимаемся арендой, пишите нам также по аренде, и мы найдем вам хороший вариант для отдыха летом. Подписывайтесь на наш канал Dream Life Cyprus, ставьте ваши лайки. Всем до встречи, всем хорошего дня.